Японские журналисты сняли сюжет о школе Алины Загитовой в Ижевске. Журналисты японского телеканала Асахи в конце января побывали в столице Удмуртии, где снимали часть сюжета про олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Жалуясь на 20-градусный мороз, журналист рассказал о визите в школу 83 Ижевска, где до переезда в Москву училась фигуристка. «Алина мне приносила грамоты, но это были в основном вторые, третьи и так далее места. Чуть-чуть ей не хватало до первого места. Начав тренироваться в Москве, она сделала очень большой рывок в своей профессиональной карьере и стала чемпионкой», — рассказала классная руководительница Загитовой. Ученики школы рассказывают, что очень гордятся достижениями Алины.